Приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре пневматический пистолет Borner Sport 306M. Комплект поставки включает в себя руководство по эксплуатации и сам пистолет. Перед вами качественно собранный и хорошо выглядящий пневматический пистолет, который обладает весьма достойными характеристиками, а также отличным соотношением качества и цены. Длина пистолета составляет 210 мм, весит он 990 грамм. Корпус и внутренние механизмы изготовлены из металла. При этом сама рукоять обладает удобной эргономичной формой. Также на ней имеются специальные тиснения, обеспечивающие более уверенный хват. Внутрь рукояти устанавливается баллончик с газом CO2 на 12 грамм, который выступает здесь источником энергии. В рукоять устанавливается магазин, вмещающий в себя до 18 шариков калибром 4,5 мм. Одного баллона хватает примерно на 90 выстрелов. В результате наших испытаний нам удалось добиться скорости 130 метров в секунду. Весьма достойный показатель для пневматического пистолета. Для безопасности пистолет оснащен предохранителем, который расположен справа. Также нам очень понравилось наличие фиброоптических нитей в мушке и целике. Данное простое решение позволяет значительно облегчить прицеливание при недостатках освещения или на темных объектах. На нижней передней части расположена планка вивера, на которую вы можете установить практически любое тактическое оборудование. Данная модель станет идеальным выбором для развлекательной стрельбы. Ее приятно получить в подарок или приобрести для своей коллекции. Сделать это можно на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!